Живое аквариумное растение, плачущий мох, меристемное. Растение выращенное в лаборатории, в герметичной закрытой баночке, скрывать которую только лишь перед посадкой в аквариум. И в питательном геле, который необходимо будет смыть перед высадкой в аквариум, дабы избежать водорослевой вспышки, так как гель высокопитательный. Сзади на баночке у нас краткое описание и условия содержания. Внизу на этикетке рекомендации по посадке. Ну, так как это мох, соответственно, его приращивать, приклеивать, приматывать, привязывать к корягам, декорациям, камням, на решетку, куда угодно, но как бы его надо закреплять обязательно. И тогда он будет красиво смотреться, свешиваться с вашего декора, с коряги, с камня и прочего.